Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это витамин К2. Редчайший. Второй раз только представлен на телеканале Shopping Show. И сегодня он становится главным товаром только сегодняшнего дня для вашего здоровья. Я хочу напомнить, что сегодня со мной в эфире Олеся Боброва, которая на один день прилетела из Иркутска в Москву, чтобы вам рассказать о липосомальных витаминах. Специалист по продукту липосомальные витамины. Проходила обучение по программе Екатерины Новой в школе здоровья. Олесь, в чем уникальность именно витамина К2? Еще раз, дорогие телезрители, присоединюсь к словам Арины. Я хочу сказать, что липосомального К2 по всей России вообще нет ни у кого. Даже в мире на такой известной площадке, как iHerb, этого витамина можно встретить, ну, ограниченное количество. Хочу заметить, что уникальность нашего липосомального витамина К2 в натуральном составе. То, что основой, источником К2 является менохинон-7. Это ферментативная среда бобовых культур. Это не синтетика китайская. Это международный лидер, компания Натофарма. Мы сейчас видим, что благодаря липосомальной технологии, если мы говорим о витамине К2, происходит 100% усваиваемость этого витамина. Здесь, значит, активное вещество заключено в липосому, который имеет двойной фосфолипидный слой. Он, дорогие телезрители, идентичен мембране наших клеток. Так, кому мы рекомендуем? Олесь, расскажите, пожалуйста. В первую очередь я рекомендую К2 от мала также до велика, поскольку он очень сильно влияет на костную систему и связан с таким минералом, как кальций. Потому что многие телезрители и, значит, врачи, которые далее не образовываются, они заблуждаются, что нам для плотности костной ткани не обязательно пить кальций. Да. Да, потому что мы спим, пищи достаточно употребляем, значит, кальций, а вот с помощью К2 мы неактивный кальций в нашем организме делаем активный, потому что он работает с двумя активными белками. Это остеокальцин и GL-матрикс. Ну и таким образом, посмотрите, остеопорозы, артриты, артрозы, бурситы, воспаление, просто боль в спине или шее, которая не дает вам жить, не дает вам функционировать и получать удовольствие. Вы получаете сегодня всю полностью программу, то есть это 50 миллилитров витамин К2 от компании Липосомал Витамин. Срок годности 2 года, скидка 45% и цена за ваш здоровый опорно-двигательный аппарат 3799 рублей. Все это в удобной тубе. Посмотрите, здесь у нас мы видим флаг, да, Норвегии, потому что у нас лучшие ингредиенты, собранные со всего мира. В данном случае у нас сырье из Норвегии. Здесь мы увидим с вами флаг Норвегии. Липосомал Витамин, лучшие ингредиенты, которые вы получаете, еще и 100% усваиваемость. И также, конечно, мы говорим о том, что действует быстрее, чем инъекции или капельницы. На связи из Иркутска сегодня наша представитель Елена Гудилина, сооснователь и управляющий партнер компании «Липосомальные витамины», амбассадор, собственно, технологии липосомальной в России. Елена, что такое липосомы вообще и как она работает? Подскажите, пожалуйста. Липосомальная технология – это современная форма доставки активного вещества, которая увеличивает его биодоступность до 100%. Биодоступность в процентном соотношении показывает, сколько активного вещества достигло цели, то есть усвоилось клеткой, а сколько разрушилось в процессе пищеварения. Сама липосома – это нанокапсула, полая сферическая частица, внутри которой заключено активное вещество – витамин, минерал или нутриент. Ее размер всего 50 нанометров – это 1/1 миллионная доля метра. Что в 3000 раз толще человеческого волоса. Оболочка липосомы состоит из двойного слоя фосфолипидов, который защищает витамин от разрушения. Именно благодаря этому свойству витамин защищен. Фосфолипидный слой по своей структуре 100% идентичен мембранам наших клеток. Когда липосома подходит к клетке, она передает витамины в кровь, а фосфолипиды встраиваются в поврежденные структуры клеточных мембран, по сути, ремонтируя ее. Именно эти особенности липосом обеспечивают высокую биодоступность
наших витаминов. Спасибо огромное Елене, которая сегодня на связи из Иркутска. Как здорово, что сегодня мы можем предложить вам уникальные технологии для вашего здоровья. Олесь, вот почему именно К2 вот из Норвегии, да, использована? Угу. Это особая форма, я знаю. Да, особая форма. Дорогие телезрители, в этом липосомальном комплексе К2 представлен в виде минохинона 7. Он имеет более пролонгированный эффект. Вы принимаете один раз в день, угу. А в вашей крови этот витамин действует 72 часа, трое суток вы один раз принимаете, и трое суток действует витамин. То есть он наиболее пролонгирован. И это не синтетика. Источником минохинона 7 является ферментированная среда бобовых культур. Хочу заметить то, что многие телезрители страдают то, что кровоточивостью десен. Кто-то в силу того, что от природы с рождения нет хороших зубов, идут протезирование. И никакие гели, никакие полоскания вам не помогут, потому что первым признаком нехватки К2 это кровоточивость десен. Хочу сказать, вот, Арин, жизненную историю с моим папой. Он вообще скептик. Тоже мужчина в возрасте, очень многое как бы в жизни повидал, приверженец здорового питания, и он вообще не верил в витамины. Так. И я хочу сказать, что буквально 2 года назад ему поставили артрит первой степени, то есть у него жутко болели колени, да. И, знаете, дошло до того, что он решил правильное питание, творог, молочко, думает, я восстановлюсь, массаж коленок. Ну и дошло через 2 года, он просто-напросто даже 5 минут дойти до магазина не мог. Он брал, дорогие телезрители, он брал маленький стульчик. И вот проходил какое-то время, садился на стульчик, невозможные были боли. И вы посмотрите, и он сдался, он позвонил, говорит, Олесь, помоги мне, я готов пропить К2. И вы понимаете, мы буквально за два месяца своего я папу не узнала. Здорово. Да. А сколько ему лет? Папе 62 года. Вот так вот, друзья, вот такой вот результат. Представляете, избавился от боли. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Уникальная липосомальная технология на страже вашего здоровья. Дозванивайтесь, все звонки бесплатные.